Итак, народ, всем привет. Смотрите, у нас глобальная проблема. У всех не запускается Origin, либо Origin запрашивает пароль, вы что-то там намутили, что-то неправильно сделали, и обратно к активатору с претензиями, вопросами постоянными, и пошло-поехало. Чтобы этого не было, снимаю видео, чтобы вы все знали, как что делать. Вот, допустим, у нас плейбэк. Интересная игрушка, как ее запускать. Вам ее активировали и желаете вы ее запустить. Есть у вас интернет, да, центр управления общим доступом, отключаем интернет. Параметры адаптера меняем. Вот. Допустим, у вас там Wi-Fi, либо у вас кабельный интернет, без разницы, который работает, все нафиг отключаем. Вот, отключили интернет. Вот. Перед тем, как я запускал Origin, я, то есть, поменял пароль, вот, перезагрузил комп, то есть, ничего уже более там сложного нету. Если у вас обновления Windows включены, тогда, извините, ребята, активация может слетать. Вот есть такая прога, вот, там ссылки на нее тоже есть. Если что, даже заброшу еще ссылку в описании, чтобы вы скачали ее и вырубали. То есть выключали, можете вообще все отключить, и будет все окей. То есть винда, если обновится, активация слетает. Вот, поехали к самому Origin. Я вам даю после активации логин и пароль. То есть логин он автоматом сохраняется, вот, пароль я вам даю каждому свой. Вот. Заходим в аккаунт. Смотрите, вот в аккаунт мы залетаем вообще без проблем, потому как просто-напросто отключен интернет. Вот у нас игры, которые там у вас может быть одна, две, либо несколько игр активны. Допустим, зашли мы в интернет, запускаем. Вот просто-напросто запускаем NFS-ку. Вот. Если у вас винда не обновлялась, либо там обновлений вы сами, если NFS-ку не обновили, ну то есть либо другую игру, которую нужно, если после обновления активация возможно слетит. Если она слетает, нужно переактивировать, потому как они вместе с патчами обновляют защиту. Вот. В этом и вся проблема. Как видите, игра без проблем запустилась. Окей, что ты там? Это что, новости? Новости. Играть вполне возможно, и сохранки так же самое. Ваши сохранки сохраняются на диск. Если потом даже пиратка выйдет, либо что там. Вот. Тогда тоже вы без проблем сохранки свои должны забросить. Все, играем то же самое, все прекрасно работает. Что еще забыл сказать? А, по поводу актива. Смотрите, если вам что-то там не нравится, либо еще какая-то фигня, у вас там проблемы какие-то, интернет, это все активатора не интересует, потому как он один этим занимается, понимаете? И плюс у него еще есть, кроме актива, еще своя работа. Вот, вы поймите. Вот, смотрите, если вот вы еще, да, и бывают фишки. Вот вы запустили игру туда-сюда. Вот, Origin находится. Можно ли в интернет входить? Смотрите. Вот, у вас интернет отключен сейчас. Смотрите, если вы запустили игру там, да. В игре желательно интернет не включать. Не включать. Выходим из игры. Вот. У вас Origin уже в автономном. Да, уже в автономном. Вот. То есть уже ничего страшного не должно быть. Включаем интернет. Допустим, если вам надо интернет, там либо еще какая-то фигня. Вот. Он автономным, он не перейдет. Теперь смотрите, какая у вас ошибка. Какая у всех ошибка. Вот. Вы либо в сеть там желаете войти, либо вы просто-напросто, вот, я Origin закрыл, я в интернете, да?
Вот. Либо вы просто-напросто протупили, не отключили интернет. Что вам говорит Origin? Вы его запускаете. О, он вам как всегда. Идите нафиг. Все как мы это самое. Выводите тот же самый пароль. Вот. А он у вас просто-напросто уже не проканает. Все, до свидания. Понятно? Вот это самая большая у вас ошибка. Так что всем спасибо за внимание, народ. И старайтесь, пожалуйста, старайтесь это самое. Быть аккуратнее. Потому как вас много, а человек один на активах. Все. Спасибо вам большое за просмотр.